Борьбу с макулатурой ведут и городские службы. Конечно, не в тех объемах, как хотелось бы. Их такое количество, этих расклейщиков, что, конечно, наши методы только снимать. У нас нет никакого ни административного ресурса. Конечно, тут помощь нашей полиции, особенно в предвыборной кампании, нам помогали. Мы им говорили, где идут расклейщики, они их там арестовывали, административные дела делали. А наша борьба, особенно массово, сейчас начнется во время проведения субботника.